Итак, мои дорогие друзья, сегодня у вас снова посылки с Алиэкспресса. Сегодня мне пришел Кредл. Я не стал снимать анбоксинг, потому что упаковка весьма-весьма посредственная, но, слава богу, он дошел до меня в нормальном состоянии, то есть полностью рабочий. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, это специальный Кредл для третьего DualShock. То есть, да, это обычный оригинальный контроллер из по третьей плойки. Но, как многие из вас знают, он прекрасно работает с айфоном и он прекрасно работает с Android-устройством. Если у вас есть права суперпользователя, либо jailbreak, то вы вообще можете использовать его в любых эмуляторах. Соответственно, вы просто открываете, и вот у вас получается старт, селект, кнопочка PS, то есть активация геймпада. И все это вот так вот накладывается и выглядит очень здорово. Он очень легкий. И почему вот эта вот штука, да? Почему именно этот Кредл? Все дело в том, что геймпады, которые специально распространяются, да, в интернет-магазинах для смартфонов и, получается, допустим, плееров, вроде iPod Touch 5-го поколения или 6-го, они отличаются тем, что вот это обычный Bluetooth геймпад, в нем нет ничего особенного, его можно подключить к компьютеру по беспроводной связи, это iPad, я уже когда-то снимал его обзор, но он имеет просто в себе холдер, то есть вот такой вот, получается, крепеж, который регулируется, причем регулируется очень здорово. Вот этот вот 6-дюймовый смартфон. Вот этот вот 6-дюймовый смартфон, который сейчас сядет, у которого заряд 3%, надо тебя зарядить, он в этот Кредл помещается. То есть без каких-либо проблем можно играть, то есть такая вот большая консолька будет у вас на руках. Вот, этот Кредл, ссылочка на который будет в описании под видео, к сожалению, такой большой телефон взять не может. То есть в него влазит Nexus 5 и, собственно, все, да, то есть у него получается потолок 5,5 дюймов. Вот, и, ну, вытягивается значительно меньше этот холдер, чем, допустим, вот на таком вот iPad, которому уже 3 года. Но зато он подходит под третий DualShock. То есть, в принципе, давайте мы включим. Я хочу показать, что все кнопки нажимаются, никаких проблем нет, происходит поиск. Собственно, PlayStation находится в другой комнате, поэтому вряд ли найдет. Да, не подключится, но это нормально. То есть, я хочу показать, что кнопки работают. Соответственно, вы... Так, какой бы взять телефон? Так, ну вот этот возьму, просто под рукой оказался. Видеостанция. Так, вы просто делаете вот так вот. Опс. Телефон просто очень тяжелый, довольно старый. Вот, собственно, подключаетесь. Ну, тут, естественно, не настроено подключение к этому DualShock. Но выглядит это следующим образом. То есть вот такая вот конструкция. Слышим, да, трясем, все держится, держится за счет задней заклепки. Она отсоединяется, то есть, в принципе, если нужно снять, все снимается очень-очень легко. Выглядит вот так вот, как Nvidia Shield, да, которая компакт-версия. Ну, по-моему, здорово, то есть, вот такая вот штука, стоит всего 150 рублей. Почему говорю, что всего 150 рублей, потому что... Допустим, кстати, регулируется, хотя вряд ли кто-то так будет играть, хотя может быть. Вот. Почему говорю всего 150 рублей? Потому что оригинальный холдер от компании PlayStation для четвертого DualShock стоит больше 2000. То есть я вообще очень был удивлен. Я вначале хотел заказать для DualShock 4, увидел цену, стал искать аналоги на Алиэкспрессе и нашел вот этот холдер. Более того, такой же холдер есть для контроллера Xbox 360. Естественно, 360 подходит очень хорошо к Android-устройствам. Соответственно, если вы приверженец как бы контроллера от Xbox 360, есть точно такой же холдер, который точно так же надевается. Единственное, что здесь он немножечко другой формы, и здесь будет вырез под кнопочку Xbox, то есть вот эту центральную. Вот такая вот штука. Не знаю, вот такой вот спонтанный получился обзор, потому что только-только она пришла, я снял видео. Шла она очень быстро, то есть меньше 20 дней. Я удивился, почему так быстро, потому что обычно для меня посылки доходят в среднем там за месяц. Да, и всегда подходит срок, что вот-вот посылочка уже не пришла, что делать, возвращать деньги или нет. Тут все здорово. Итак, давайте снимем. Снимать на самом деле сложно, лучше это делать на коленках, но так со всеми, в принципе, штативами. Это даже и с iPad, потому что нужно просто какую-то опору. И мне еще нравится, что он берет вот так вот и закрывается. Ну, то есть, не знаю, ну почему, ну, прикольненько. То есть, прям так вот, прям меня радует. Выглядит здорово.
Вот здесь он держится, здесь он регулируется. То есть, если мы захотим снять, мы оттягиваем на себя и просто выдавливаем его. Потому что эта застежка, она не регулируется, она как прищепка. Вот. Ну, вот так вот. Прям вообще огонь-огонь, ждал, рад. Вот. Ссылочка на продавца, где я его купил, будет в описании под этим видео. Ставьте палец вверх. Всем пока и до скорых встреч. С вами был Владимир.